Сегодня я приехала в Кушадасы на 10 дней. Это вид с балкона. Чуть правее, там где проблески, за ними сразу. Сейчас дымка не видно, там остров Самос, Греция. Это порт Марина. Корабли сейчас... Нет, вчера еще были, ушли. Ой, там дымка, сейчас собирается дождь, гремит. Вот сейчас я нахожусь на балконе. Но там тряпка валяется, это для собаки. Когда собаки на улице дерутся, она дерет эту тряпку, прямо дерет. Поэтому это аксессуар, который обязательно нужен. Площадь, ну, огроменная. Целая комната, на балконе есть... Вот такое. Это шашлычки делать. Это вход в зал. Это вход на кухню. Вот она кухня. Это кухня. Это вход в коридор. Это зал. Это тот самый выход на балкон. Прихожка. Это коридор. Дальше. Спальня одна, спальня вторая. Прямо это моя. Слева душ. Это комната, в которой я сейчас живу. Здесь у меня шифоньер. Это у меня мой туалет собственный и душ. Вот. Здесь окно небольшое. Из него вид во дворе в бассейн. Сейчас его слили. Помоют и зальют водичку. Здесь окно большое. Выход на балкон. Вот это мой балкон. Вот такие вот балконы шикарные. И вот ставят вот такие вот там качалки. Отдыхают. Коридор. Это туалет, ванная. Комната еще одна. Вот это здесь вот как туалет. Это спальня. У них свой выход на балкон. И все это идет на кухню, на балкон. Вот. Здесь я уже показывала. Это в зал. Я уже показывала. Вот, барбекю, это на кухню, я уже показывала, вот, ну, кухню показывала, кухня класс, кстати, сделана из мрамора, вся столешница сделана из мрамора полностью, вся, вот так вот. А здесь типа прачечный, здесь же котел у них, стиральная машинка. Вот и получается. Две двери в зал, две двери в кухню, две двери в комнату. Выход на балкон и здесь балкон на кухню ведет. Кладовка, туалет хозяйский. Вот единственная комната, которая без выхода куда-то на балконов, у которой нет балконов. Все. Моя комната, значит, как я говорила, с выходом на балкон. Бассейн. А вон там он маленький бассейн для детишек кувыркаться. А здесь для взрослых. Только что у нас прошел дождик и гремел гром. Так было хорошо. Там дальше, вот туда дальше, сразу за деревцами, вот сразу вот здесь второй бассейн.
сегодня мы приехали на турецкий завтрак. Турецкий завтрак. Вот посмотрите, что на столе. Какое разнообразие. Мы уже есть начали, но вот уже кое-что съели. Потом вспомнила, что репортаж нужно делать. Да. Вот этот последний кусочек остался. Это грибочки с сыром, запеченные. Вкуснятина? Кто бы знал, какая. Вот это вот что-то мы... Вот это что у нас было, мы съели? Сыр. Это сыр жареный. Жареный. Ну вот. Я уже его умяла, съела. Вот. Это тоже творожные сыры. Это вот колбаска. Вкус. Сейчас скажу. Сейчас. Ну, говяжья колбаска. Вкусно. Там у нас яичница. А здесь у нас типа густых сливок. Это вот творожный сыр. Это что? Это масло. Это масло. Там вот типа кабачки, что ли, сделанные, что-то такое. Это сладости всякие. Оливки двух сортов. Мед, варенье. Ну вот здесь вот сами видите, что там поналожено всего-всего-всего. И сыры и такие, и сякие, и вот и помидорчики, и колбаска, и это. Здесь шпинатик, огурчики с помидорчиками, йогурт, перчик. Значит, яичницу говорила, вон там пирожки какие-то, вон там какие-то еще оладушки. Еще тоже с этим чем-то шоколадное написано. А хлебушек, а хлебушек, а какой он вкусный, отрубной, ой. Вкуснятина, я его прям наворачиваю. В общем, вот так вот. И чаек. Вот так вот, товарищи. Это вам не что-либо. Вон там еще какой-то насыпали творог какой-то. Вот так вот. Это турецкий завтрак. Самый обыкновенный. Сейчас наедимся до отвала, потом фотографироваться не будем, потому что у меня будет живот большой. Вот. Буду. Вкусно все. Репортаж окончен. Все, кушаем. Ну вот мы и позавтракали. Мы еще и не доели. Кое-что даже собачки собрали. Вот здесь вот. Ну вот. Ой, ну объелись. Досыта. Сил нет. Вот так вот. Все. А теперь небольшая фотосессия в кафешке. Мы позавтракали и сейчас направляемся в гости к подруге. Обратите внимание, какие коттеджи. Рядом море. Они здесь разнообразные, есть отдельные, на одного хозяина. Примерная стоимость 200-250 тысяч лир, чтобы купить. А в аренду на месяц примерно 800 лир. Живите и отдыхайте. Ой, вот проходили мимо, а здесь персики уже. Вот они, какая красота! Скоро будут свои. А, вон какие балконищи. Батюшки. Целые комнаты, а не балконы. Вот опять идем. Вот сейчас эти домики все закрытые. То есть здесь где-то есть хозяева. Иностранцы чаще всего. Вот, которые купили эти дома. Живут у себя в стране. На лето приезжают сюда отдыхать. Вот. А потом опять закрывают. Много домов вот таких вот сдается. Вот я, дворики у каждого здесь, вон верандочки, все. Ну, то есть здесь получается как на два хозяина. Для одного вот так вот, а здесь для второго. Здесь уже кто-то вот, по-видимому, живет. Вон лодочки ухоженные, все. И вот они в ряд идут, вот улочки такие, и в ряд идут. Вот, пожалуйста. Рамазан сейчас кончится, байрам будет, и вот будут наезжать сюда. Сразу несколько миллионов кушадасы людей приедет. Вот. Потому что сейчас здесь как типа тишина, потому что Рамазан, мы едим только ночью, все, а потом вот, пожалуйста, и все. И вот все это будет заселено, здесь будет народу очень много. А с этой стороны цветочки, вот с этой стороны, вот с этой стороны тоже. И главное, то, что мне нравится, какие балкончики,
Какие балкончики, наши балкончики, малюсенькие, не сравнить. Я всегда радуюсь тому, что вот он балкон. Там и стол поставил, вокруг стулья. И, пожалуйста, себе отдыхаешь на балконе. Вон какие большие. А ну-ка вот здесь сейчас. Сейчас я сюда пройду, вот мимо цветочков. Вот так вот. Ага, здесь, да, прям вот во дворе вот так вот сделали. Вон как хорошо. И отдыхает. Все, вот, пожалуйста. Частный сектор. Он там, лестница крученая. Частный сектор. Конечно. Очень хорошо. Очень хорошо. Вон, здесь внизу. Что-то такое. Ага, вон люди уже. Вон она моет посуду. Вот так вот. Сильно не снимаем. Там люди уже живут, типа того, что нельзя. Но все равно вот они увидели их все. Все. Увидели их, что они сидят. Вот, пожалуйста, на верандочке за столом. На первом этаже. Вот так вот. Ну, вот мы прошли эту улочку. Ну, там вон так и идут. Вот каждый. Много домов. И вот такие дома, все вокруг Кушадасы, везде-везде. Дизайны, конечно, разные. Есть, наверное, на одного хозяина красивые такие, прям теремочки. Все, и вот прямо красивые. И такие, и всякие разные. Так что отдыхаем, отдыхаем. Вот, цены примерно я сказала. Отдыхаем, покупаем и в тепле. И сейчас как кончается сезон дождей, и все, лето ни одного дождя. Только гуляй и загорай. Мы уже пришли. Все. Пойдем здесь пройдем. Здесь еще асфальт не положили, да? Ну, ага, вот дом продается. Сатылык продается. Вот мы заходим. Вон там еще делают. Делают еще. Это внутренняя часть домов. То есть на две стороны выходят. И окна, и балконы. Вот это, да? Ага. Да, пустые дома, ага, стоят. Пустые дома. Вот. И мы и пришли. Ругачка. Ой. Ой, ругачка. Ой, даже банан. Да. Ага. Здравствуйте. А вон-то какой радёшник. Ты посмотри-ка, это ж надо прямо. Упал. Ой, какой довольный, довольный-то чё. Прыгай. Сегодня рано утром мы с подругами направляемся в путешествие на машине мимо города Измира, Деликтаж Якили. Посмотрим, что нас там ждет. Что там за сады внизу? Были гранатовые. Персиков очень много. Ну, сейчас свели уже. Сейчас мы проезжаем город Сельчук. Здесь находится большая старинная крепость, да и много других античных строений. Рядом с Сельчуком находится Эфес, мраморный город, которому 2000 лет. Сейчас вот на той стороне будет немножко виден Эфес. Но Эфес как раз с моей стороны будет виден хорошо. Вон разлом какой. Вот было землетрясение. Ага, вон стадион. Вот этот заворот, вот автобус пошел на Эфес туда. Самолеты какие-то частные, аэродромчик частный был. Ага, вон он амфитеатр. А вон белые, это раскопки идут еще. И вот с той стороны горы все идет. Эфес мраморный, все из мрамора. Дороги мраморные сделаны. А это мы проезжаем гору.
где 2000 лет назад добывали мрамор для Эфеса. Жаль, солнышко светит ярко и отсвечивает. Плохо видно раскопки вдали. Не знаю.
Но трясёт как будто. Посмотри, какие цветочки интересные. А здесь мандаринки. Мандаринки. Роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет. Мандаринки. В горшке сидят мандарины. В горшке. И в крытом там, и в открытом виде. Цветочки. У нас тоже много цветочков, конечно. Но вот здесь своеобразно по-другому как-то все это дело делается немного. Вон, рассады прямо в горшочках. Ну, правильно. О, ты посмотри-ка, это что такое? Кактус. А вот эти что такое? Это его плоды. Да, ты что? Вот это кактус с плодами. С плодами. Вот так вот. Как гвоздички. Какой? Лесную, хоть лесной массив показать. Но дороги стали хуже намного. Были какие раньше, стали хуже. Здесь вот дорогу людям даже заехать не могут. Никуда. Там
какая у меня возможность выпала. Снять дома. Ой, с этими шикарными балконами. Это пляж, вольный песок. Посмотрите, какая широченная полоса для песка. Именно песка. Вот это пляж, я понимаю. А теперь я побежала. В душе, а теперь вытирается. Это у него полотенце бархатное. Он так вытирается после душа. Вот, вот. После, на пляже, да в песке весь был. Приехали с пляжа, его помыли. И вот теперь он вытирается. Вот, вот так, вот так. Вот, чистенький парень будет. Сижу в оливковой роще. Она здоровенная, ну, в одном месте сидим, так хорошо. Выгуливаем собаку. Оливочки маленькие уже есть. А это наш парнишка, красавец. Как зовут его? Дион. Дион. Я не могу запомнить никак. Дион. 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 Ну, глянь сюда. Дион. Да красавец. Вот они, оливки есть маленькие. Вот они. Вот мой палец. И вот она, оливка. Вот они только-только-только начинают. Вот они где. Во. К осени вырастут и будут вкусные оливки. Муравьишки вытоптали дорожку. Уже тропинка у них. Вот они по ней ходят ни влево, ни вправо. Никуда не идут. Только по тропиночке, по этой. Это ж надо так, какие они умные. Все рядом с домом, оливковые деревья. Это наш подъезд. Ну и как всегда, все в мраморе. Даже ступеньки вон там, вон они идут в мраморе. Вот машина, там соседские машины. Ой, небо немного просвечивает голубым, дождичек чуть-чуть моросит. Мраморный вход, зайдем в подъезд, идет все мраморное. Вот такие подъезды, это лифт, и идут мраморные ступенечки. Сейчас я покажу, как выглядит эта квартира. Я обалдею от этой квартиры. Вот соседняя такая же. Вот он, балкон. Прямо эта дверь в зал. Слева вот та вот. Вот та эта дверь на кухню. Вот он, балкон сюда заворачивается. Вот он вот такой величины. Вот внизу такой же. Вот такой величины. Этот балкон заворачивает сюда. Здесь это окно в кухню. Вот эта дверь, это в спальню хозяева, ну, кому угодно, в спальню. Окно спальни. Следующее окно на белом фоне уже идет. Еще одна спальня. А следующее дальше балкон идет. И с выходом вот тот. Это вот как у меня сейчас спальня. Вот.
Вот такая. Первая спальня, вторая, третья спальня. Кухня и зал. Так вот выглядит. Вот. И такие, главное, большие. И вот такая квартира здесь стоит примерно 180 тысяч лир. 170 тысяч лир. Вот так где-то. Вот умножьте это на 13,2 и узнаете, сколько это стоит. А теперь мы немного прогулялись по городу, пофотографировали, прошли к морю, покушали, взяли пиде. Это типа пиццы, но это турецкая, до такой степени она мне нравится, вкусно. Заглянули в очень красивый уголок, какой-то под старину, и такое все там красиво, какое-то солнечное. Ну и потом пошли опять дальше гулять к морю, вот корабли, пошли в крепость, которая находится на Голубинном острове. Кушадасы в переводе на русский означает «птичий остров». Ну и сразу по пути сделали кое-какие покупочки, сладости набрали, чтобы домой в Россию увезти. Вот, погуляли, сувенирчиков взяли, пошопинговали. Вот я набрала сладости. Так, вот это вот столько, вот столько, вот столько коробок идет. 13. В металлических написано кушадасы. Вот какая красивая. В металлических 7 штук. Вот такие вот. Их 3 штучки. Это лукум чисто. Один набрала коробочку. Это в упаковочках. Подарочные сделали. Но здесь вот эти вот там вот. Вот так вот. С шоколадом лукум. Еще с чем-то. Ну, одну взяла вот такую, камушки. Это чисто лукум. Вот. Вот так вот. Вот набрала. Чемодан купила. Чемодан купила, который мнется-гнется. Это вообще. И он не ломающийся. Последний писк моды на колесах. Иначе мы бы не донесли сегодня вот это добро. Пришлось вызывать машину. И забрал. Еле поднял. А мы с Юлей поднять не могли. Вот оливки. Здесь вакуумные упаковки сделаны. Вот 4 литра взяла, короче говоря. 4 пачки, 4 килограмма. Вот оливки. Это вкуснятинку взяла. Это вкуснятинка, которая полезная, вытяжка, короче говоря, какая-то вытяжка на траках хорошо идет. Вот это купила кокосовое масло. Вот, кокосовое масло купила. Это я в тубе все взяла. А вот такие вот здесь сухофрукты. Вот они вот так выглядят. Сухофрукты. Ну вот взяла, потому что очень интересно сделано. Очень интересно. А, еще вот взяла... Кофе привезу. Вот это кофе, его пьешь, оно уже ощущение такое, что с молоком и с сахаром. Хотя там нет ни грамма молока, ни грамма сахара. Вот он бассейник, идет дождик. Начался только, где-то в стороне гремит, гремит. Детский бассейник дальше. Завтра я, граждане, уезжаю в Россию. А бассейн включат послезавтра с утра. Вот так. Ну, вот мы на завтраке. Сегодня вечером я улетаю в Россию. И у нас сегодня турецкий завтрак последний. С Юленькой мы здесь, как порядочные. И вот здесь вот... Значит, сок, свежевыжатый сок апельсиновый. Вот это вот что? Бюрек. Бюрек. С картошкой, типа пирожки. Типа пирожки. Дальше. Вот это? Вот это инжир. Это инжир. А вот это оранжевый? Вот это вот, это что-то с перцем связано. С перцем. Вот это вот. Это из турецкого горошка паста. Так. Это местная сгущенка. Так. Масло. Жареный сыр и опять тоже типа таких вот пирожков, только сухих. Ну, оливки, творог, творог с вареньем, другие оливки. Это у нас крем такой, это мед, шоколадная паста, орешки, зелень, ну и там чипсики. Ну, и по яичнице.
каждому. Вот. Вот это наш зал. Это мы сегодня будем и хлеба нам навалили целую кучу. Ох, отрубного. Все, ну и чай, естественно. И вот и еще и флакончик с чаем стоит, чайничек. Вот это мы сейчас будем уминать. Это турецкий завтрак. Ты же скажешь, что все это бесплатно, один раз платишь. Что-что? Один раз платишь и все приносит. Конечно, мы заказали просто турецкий завтрак. Один раз заплатили и все приносит. Примерно сколько это у нас получится? Примерно 20 так. 20 лир стоит на завтрак. 20 лир это, ну, не знаю, сколько. 20 лир это на одного человека? Да. 40 лир. Вот на двоих вот это будет 40 лир. Умножьте, пожалуйста, на 13,5 и получите в рублях. Вот. Вот это турецкий завтрак. Все. Репортаж окончен. Мы кушаем. Приступаем. Песочек школьный. И вот там вот, если видно, не знаю я. И туда дальше, дальше там какая-то деревушка, и все идет пляж. Вот. О, Юленька здесь у меня сидит, балдеет. Вот. Сейчас дяденьку сниму. Мне понравился этот дядька. Сейчас мы его снимем. Сейчас дойдем до него. Что за дядька, не знаю, сейчас познакомимся. А, это медведь. Ну, мать его, идти. Медведь. Какие домики. 200-250 тысяч лир, пожалуйста. Умножьте на 13. Вот такие дома. Там много, там внутри красивые идут очень дома. Вот, кафешки везде, на каждом шагу. Мы сейчас вот завтракали в одной из таких кафешек на берегу моря. Любуемся на море, на песочек, балдеем. Едем отдыхать в Турцию. У нас в Сочи камни одни, а здесь... Доктор Гültekin Şimşek, İngiltere İlk Kalpsi, Aydın 2. Sıra Milletvekili adayı. Доктор Gültekin Şimşek. Выборы здесь скоро. Вот такие машины ездят и пропагандируют своих. По всему городу, по каждой улочке. Через 2, что ли, недели выборы здесь. И вот так ездят. Ну все, последний день, Надя, сегодня. Через 3 часа я уже сажусь в автобус и еду в аэропорт. Ой, пролетели 10 дней мгновенно. Едем домой. Все. Пока.